утро, коллега. Алло. Коллега, рекомендую в режиме самоизоляции расширить кругозор и посмотреть онлайн-экскурсию. Угу. Например, по Русскому музею. Понятно, включаю. Не понял. Извиняюсь, маэстро. Когда начнется? Идите по ссылке. А, по ссылке? Ага. В эфире программа «Наша жизнь в искусстве». С вами Петр Гребешков. Мы продолжаем наши онлайн-экскурсии в период тотальной пандемии и поголовной изоляции. Да-да, перед нами, вернее, позади нас, вокруг нас. В общем, мы находимся у входа в основное здание Русского музея. Так, на чем я остановился? А, да, Государственный Русский музей образован в конце 19 века. Состоит из нескольких дворцов или замков, разницы я не вижу. Два Михайловских, один Строгановский и домик Петра. Но главное внутри. Собрание исключительно русского искусства. Расступись! Санобработка! Поберегись! Дезинфекция! Приметы времени! Искусство не погибнет в лапах пандемии! Дезинфекция! Перед нами шедевр коллекции Русского музея, картина Карла Брюлова «Последний день пандемии». Ой, простите. Картина Карла Брюлова «Последний день Помпеи», написанная художником в Италии в начале 19 века. Актуальная сегодня картина Карла Брюлова. В первом веке нашей эры проснулся вулкан Везувий. И своим извержением разрушил целый город. Перед нами улица древнеримского города Помпеи. Мы даже знаем ее название. Это улица гробниц, сохранившаяся по сей день. Лишь молния, и на секунду прорывает дымовую завесу. Осторожно! Картина словно пылает! Красный цвет, безусловно, является здесь главным. Однако он не единственный. О, Айвазовский! Знаменитая картина «Девятый вал». Эскиз к этому великому произведению был написан Айвазовским всего за 3 часа. Он был маринист. Легко запомнить, художник, который пишет море. Маринист. Он никогда не писал с натурой. Никогда. Не-не-не-не. Никогда. Он рисовал море в мастерской по памяти. Кто-нибудь из вас помнит море? Санобработка! Сам Айвазовский пережил сильнейшую бурю в Бискайском заливе, после которой судно считали затонувшим. А в газетах появилась новость, что во время шторма погиб известный молодой художник. Воспоминания об этом шторме стали основой многих его картин, в том числе и этой. Мы находимся в угловом зале номер 7. Здесь находится скульптура моего любимого архитектора и скульптора 18 века Растрелли, Анна Иоанновна с Рабчонком. Я люблю эту скульптуру, так как она большая, бронзовая и красивая. Очень сложная работа с костюмом. Вернее, с бронзовым платьем. А Рабчонок — это
маленький Паш, недолго царствующей императрицы. Все идет по плану. Дорогие зрители, мне кажется, или это... 42 градуса! У нас еще один случай! Немедленно скорую помощь! 42 – это моя нормальная здесь куриная температура! Ни больше, ни меньше! 42 градуса! Я здоров! Дорогие зрители, я извиняюсь. Небольшой форс-мажор. Сейчас все разъяснится. Господа, посмотрите в интернете. 42 – это норма для пупки, для журналиста температура! Куда его? Да он и так не жилет. 42 тем более. В Неву. Или в мойку. Да, или в мойку. Или в Неву. Да в Неву. Или в мойку. Надо быстрее и обратно. Коллега, это подозрительно. 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 Это преступление. Эх, жаль журналиста. Журналиста тоже мне важно, извиняюсь, птица. Жаль царицу, можно сказать, императрицу. Гавов, мы отбываем в Санкт-Петербург. Извините, на чем? Исторически, из Москвы в Петербург поездом. Температура 48 градусов. Никогда не слыхал. Температура 48 бывает только у летучих мышей. Вы хотите сказать, что это все летучие мыши? Именно, коллега. Где она? Где она? Кто? Анна Иоанновна. С Арапчонком. Именно. Все ею интересуются. А кто еще? Такой знаменитый ведущий. Он к ней побежал. И как сама? На месте? Ха! А где же ей быть-то? У себя, в седьмой зале. Она у нас не побегает. 2 на 2,5 метра. Да и вес приличный. 1,5 тонны. Бронза. А ее не... с того... не украли? Да кто ж ее? Ты меня хоть застрели, я б не стал. Не застрели, а расстрели, скульптор. А это шедевр и достояние. Мы сейчас пробегаем, можно сказать, эпоху передвижников. Передвижники – художники нового направления. Они отказались рисовать мифологические полотна. Мифологические? Да. То есть вместо богов стали рисовать простых людей. Вот, например, Василий Суриков. «Переход Суворова через Альпы». Идея написания картины возникла у художника в 100-ю годовщину перехода через Альпы великого русского полководца Александра Суворова. И художников задвинули. Нет, не задвинули, а передвинули. Просто они стали участвовать в передвижных выставках. Вот. Вот, пожалуйста. Илья Репин. «Бурлаки на Волге». Бурлаки – это работники, которые по берегу тянули на веревке судно против течения реки. Репин взял для картины сильно вытянутый по горизонтали холст. С каждым в бурлацкой упряжке Репин был лично знаком. Вел с ними, так сказать, долгие беседы про жизнь. Поэтому они получились такими разными, каждый со своим характером. Что-то в них есть похожее. В ком? В бурлаках? В картинах. Много людей, и все двигаются. А передвижники? Их нет! О, дорогие зрители, наш онлайн-сюжет о русском музее стал сюжетом о преступлении. А вот и известные детективы в сфере искусства, эксперты Муров и Гавов.
Как вы? Я спасся, а вот императрица нет. И арабчонка тоже нет. Я сразу понял, они здесь стояли, вот это, изображали вот это. Так их, может, передвижники передвинули? Нет, их преступники госпитализировали. Да, пандемия никого не щадит. Особенно с избыточным весом. И в преклонном возрасте. Мы спасем женщину. На ваших глазах произошло возвращение наиболее, я извиняюсь, весомого произведения скульптора и архитектора Карла Бартоломео Растрелли Государственному русскому музею. Скульптурная группа Анна Иоанновна с Арабчонком – уникальное произведение, выполненное в бронзе лучшими литейщиками и чеканщиками Москвы и Петербурга в 1741 году.